Так, друзья, так, это сегодня 21 августа, жара неимоверная, все лето, рано все поспевает, еще кусочек яблоневого сада, тема будет клоновидная, просто не мог я пройти мимо, не похвастаться. Итак, прежде чем умерла одна двухлетняя из посылки Golden Delicious, надеюсь, настоящий, черенок с него я взял и привил на Сибирку. Получил первый урожай. Вот он, наконец-то. Похож на Golden Delicious. Потом, я, так как у меня Golden Delicious неправильный, 500-граммовый, поэтому вот это тут и не пахнет, даже 200 грамм не пахнет. Будем надеяться, что хоть это настоящий Golden. Я не обиделся, когда оказалось, что это не Golden, как мне подтвердил Курдюмов. Ну и что, 500 грамм, лежат до весны, вкусные, что это, красиво, что еще надо? Ну, они у меня тут недалеко, вот они. Ну, я же хотел про колонны говорить, я всегда отвлекаюсь, смотрите на эту красоту. Вот они, видите, вот они, вот они. Ну, грамм уже некоторые по 300, вот такие вот. Ладно, проехали, ну, можно... Для контраста вот ладонь. Дальше. Все-таки мы поговорим о колоннах. Итак, вымирающий вид, которого не состоялся триумф, который был раскручен, удивил, обрадовал миллионы садоводов. Вот теперь полутораметровая ветка будет облеплена 15 лет. И все эти сказки остались сказками. А это у меня... Вот она, аллея, вот она, видите? Вот она. Умирающий вид. И больше это третье поколение, а четвертого не будет. Все. Еще 2-3 года. Ученых не дождался. Есть наметки, как хотя бы такие иметь. Но я устал. Мне стукнуло 74. Интерес нуль. Ноль, как когда-то. Помню, я видел спектакль, и мне в глаза бросилась там одна сценка, и там были слова, когда недоросли учили, и вот, долбить эти фразы. Нулежды нуль, нуль, нулежды один, нуль, вот он нуль. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Ой, еще раз с этой боку посмотрим на якобы Golden Delicious. Первый урожай. Есть возможность размножить его вегетативно. Прививка. Попробуем. Так. Смотрим на это дерево. На это. Тут, наверное, ничего не осталось. А, вот нет, есть. Вот он, хороший мой. Вот он, хороший мой. Значит, это... Если это Васюган, то это Останкин. Если это Останкин, то это Васюган. Смотрим, это упало отсюда. Каждый год несколько яблочек. Значит, и за... Ему лет 8-9. Толку от него так и не дождался. Прививка на корневой отводок Сибирки. Все они прививки на корневой отводок. Из всех яблонь самая ненадежная, самые неморозостойкие, это колонны. Все-таки южане. Если это не Васюган, то это Останкино, или это Останкино, если не Васюган. Посмотрели. Вот. Ну, каждый год по одному яблочку. Вот. Это дерево впервые дало яблоко. Два, два, три, три. Вот. Раз, два. Раз. Все эти годы она была пуста. В этом году раз, два, ну, познакомьтесь. Какой сорт, я не помню. Бирка потеряна. Вот. Ну, еще смотрим. Это небольшой урожай дает. Вот она. Вот они, вот они. Но это вам не те урожаи из этих рекламных проспектов. Видите? Вот, значит, такое.
это баргузин. И, наконец, последнее, главное, самое удачное яблоня. Это не смотрите, чернослив. Тут уже погибло, когда колонна, я посадил чернослив. Вот они лежат, одно ведро собрано уже, собрано на семена. Нет, там большой мешок, два ведра. В этом году рекордный урожай. Больше двух ведер никогда не давало. Вот. А в этом году два ведра плюс то, что вываляется, и то, что на дереве. Сейчас отойду, покажу во всей красе. Вот, видите, называется во всей красе. Значит, умирает. Нет, она не сразу будет умирать. Я на нем перестал с него брать черенки. Вот. Ну, тем не менее, страшная вещь. Его немного. Я его посадил 10 лет назад. И тут было... Ему было год или два. Вот яблоки средней вкусности. Я их такие не ем. Вот. Но они, в общем-то, довольно... Фотоаппарат барахлит. Вот такие они выглядят. И вот так выглядят, вот так. Вон там, вон там. Значит, сухие ветки появились. Видите, вот они. Смотрите. Почему она умирает? Потому что ее надо закреплять, ее качество. А я вырастил всего три поколения. Вот, четвертого уже не будет. Да, с него можно будет потом взять черенки. Но давайте посмотрим, что с ней произошло. Если бы только брать один штамп, вот остальное вырезать, как умники советуют. Вот представляете, вот эту ветку отрезать, вот эту отрезать. Вот. А если бы те две ветки отрезать, то уже 50% уже бы урожая бы не было. Правильно? Не было бы. Вот этого бы не было бы. Вот. Но умники не унимаются. Им же надо доказать, что это колонна. А почему у меня не колонна? А потому. Отрезьте лишние ветки, и будет колонна. И тогда осталось бы, много ли на центральном штамбе? Знаете сколько? Раз, два. И вот тут еще одна висела, она упала. На центральном штамбе. А три яблочка было, сейчас два, вон они. Вот. А остальные, это все боковые ветки, которые приказано отрезать. Ой, грустная тема. Грустная, грустная. Да. Еще я, чтобы в другой раз не ходить. Вон они последние. Я тут. Я уже их даже дерево тряс. Знаете почему? Вот. Вот это венгер. Вот, вот, вот сейчас. Вот она венгерка. Просто посмотрите по ходу. Она уже сильно мягкая, но кушать ее можно. Сейчас пока на видное место кину. Яблоки все равно собирать. Венгерку соберу. Вот. А хотел показать. Это чисто. Стандартная украинская, так? А это что валяется? Сейчас я вам скажу. Это венгерка богатырская. Вот они. Последние остались. Вот они, чуть крупнее. Я потом на косточки соберу. И хотел я вам показать. Ага, венгерку богатырскую, пойдемте. Не, а как можно пройти мимо персикового мичурина? Вот. Она еще не поспела, даже ни одна еще на земле не лежит. Вот это чудо будет. Персиковая мичурина, вот она. Ой, вкуснючая. Кто-то из вас у меня попросил черенки зарезервировать. Кто-то из моих лучших друзей, я сказал, это только для избранных. Кстати, персики, вот они, прижимал к земле, накрывал коробками. Они пережили первую зиму. Снова надо наклонять. Это я называю контрольный запасной вариант. Сейчас покажу, похвастаюсь вам. Чем еще? Ну так, чтобы разнообразить. Сливы венгерки на абрикосе. Тут густо, но их плохо видно. Вон они, вон они. Потом, когда они посинеют или порозовеют. Это уникальное дерево. Я перевоспитываю венгерки. С помощью мажорских абрикосов я хочу добиться, чтобы они стали розовые, как у Чернобаева.
Если это сбудется, значит вегетативная глобализация получит весомый козырь. Потому что кроме кривых усмешек и это самое, и кручения возле виска, я пока ничего от науки не добился. А тут у меня росли богатырские. Вот они. Посмотрите. Видели? Вот богатырская. Вот богатырская. Но это последнее. Я их берегу для Елены Савинич. Не трогаешь, если что их беречь. Боюсь, только бы не упали. Но зараза перезреет. Уже пора снимать. Ладно. Вот. Ну, вроде бы все, что хотел, показал. Вот. Непатогенная зона. Знаете, сколько тут саженцев погибло вот здесь, в этом промежутке. Надо же было так удачно посадить, что рядом растут гигантские деревья, вот они. Видели? Вот такие видели, вот они. Вот. И здесь же ничего не растет, мертвая зона. Но это будет другой рассказ. Вот, нам надо снова снимать учебный фильм с Еленой Александровной Савинич, давать ей в руки рамки, вот, мерить ее, мерить по этой катабельной зоне. Учебные фильмы создавать, которые когда-то перейдут в учебники. И когда-то все-таки проснется наука. Господи, скорее бы. Вот полюбовались на мертвую зону и вспомнил, о чем мы говорили. Нет, давайте подведем итог. Итак, в Сибири колоннам делать нечего. Сотни тысяч саженцев продано. Вот. Даже по одному яблочку на колонну не придется. Они просто умирают. Так, в Сибири, юг Сибири, вот здесь. Можно добиться частичного успеха, но преимущества перед просто яблонями они не имеют. Почему? Ну, давайте еще походим немножко. Вот, последний раз глядим на Васюган, на Останкино. Вот. Глядим на это самое, на Баргузин. Чуть-чуть вернемся. Вот сюда. Вот плохо, что сейчас солнце не дает толком показать. Вот. Вот она, Антоновка. Но уже имеет легкий румянец. Тени румянца нет, а на солнышке уже румянец. Ну, учитывая, что привита на сибирку, на бордовую. Вот, видите? Еще раз показываю. Уже сыпать начали. Еще раз показываю со стороны солнца, чтобы виднее было. Вот. Псевдо Golden Delicious. Я не обижаюсь, что меня обманули. 500 грамм это не обман. Вот. И, наконец, это у меня розмарин. Вот такие яблоки. Дерево пыточное. Вот они такие яблоки. Вот. Дерево пыточное, с него взяты. Оно хорошо кустится, с него взяты сотни черенков. Видите результат? Сухая ветка. Когда-то оно просто погибнет. Но пока еще кормят. И черенки дает, и урожай дает. Видите, кстати, вот когда вы видите вот такие ранки, это птицы. Не путайте ни с чем. Они просто поклевал, произвел эту самую дегустацию и дальше полетела. Вот. А это все выдумывают всевозможные болезни. Вот. Ну, со стороны солнца. Они уже вот такие вот. Видите? Ой, упало. Ну, раз упало, давайте возьмем его в руки. Бывает крупнее. Но не мельче этих. Вот они. Хороши. Вкусовое качество высшее. Вот. Ну, еще раз, с этой стороны хорошо видна Антоновка. Вот. Это Антоновка 400-граммовая. Вы скажете, да ну вы что? А вот, пожалуйста, вот моя рука, смотрите. Видели? Теперь поверили. Все, благодарю за внимание. Сколько можно это дразнить вас. Покупайте черенки. Покупайте семечки, косточки. Сад уникален, единственное, в своем роде. Вот. И главное, никто вас тут не обманет. До свидания, друзья.